В Славянске снова смогут лечить повреждения позвоночника. После 4 месяцев простоя здесь открылся специализированный санаторий, фактически единственный в Украине. Подобная здравница есть в Крыму, но после аннексии инвалиды не могут себе позволить пройти здесь лечение. Тут именно все, это жизнь, просто жизнь. Если, я говорю, курорта не будет, я не знаю. Низкий поклон всем, кто принял участие в том, чтобы этот санаторий сегодня открылся. Это Юрий Васильевич Солод, это генеральный директор Сергей Александрович. В течение месяца бесплатно люди работали для восстановления этого курорта. Мыли, чистили, красили, драили, собирали металлолом, сдавали для того, чтобы купить эту краску. Почему то, что должно делать правительство, делают другие? Вот такая оценка. Государство ничего не сделало, нынешняя власть ничего не сделала для того, чтобы запустить этот славкурорт. Поэтому включился оппозиционный блок, привлекли спонсоров, привлекли волонтеров. И сегодня, вот сегодня этот центр для спинальников снова запущен. И сегодняшнее правительство, вместо чтобы заниматься социальными программами, социальными проектами, они просто уничтожают медицину, уничтожают социальный сектор, они уничтожают пенсионеров. И такое правительство однозначно должно выйти в отставку.